где жили, где ты бегали. Был свой мир. Все заброшено и слева, и справа. Я бы еще не наступила.
некоторые деревья уже готовятся к осени. Береза не такая яркая листва, как весной или в середине лета. Участки Москва, Санкт-Петербург проверять уверенность телефонной связи смысла нет. Любой оператор работает уверенно. Дождик накрапывает. Thank you.
дождик начинается. Погоду можно только на мотоцикле Приближаемся к камере. Не камера, а вот инструмент. Поехали, я даже не видел где. Еще один домик. Thank you.
сенсор, не лазер, радар бьет. Видно, дядя сидит в кустах. Или в мою сторону, или в обратную. Потому что радар-детектор одинаково воспринимает как спину, так и лицо. Чуть больше полбака бензина осталось. Thank you.
Камера есть, к банке не ходи. Пойдете, сейчас представьте до середины. Ух ты, мотоциклисты сбиты. Ребята, осторожно, внимание, мотоциклист на дороге упал. Ребята, там мотоцикл на дороге с парнем лежит, аккуратней.
мотоциклист на дороге лежит. Не знаю, или сбили его, или сам упал. Я не знаю, я проехал, он этот на дороге на противоположной стороне был. Ну там крестцы. Крестцы. Ну, это трасса М10. Ну вот он прямо на трассе перед перекрестком. Гунькин Александр Степанович. Здравствуйте, в крестцах на трассе М10 мотоциклист на магистральной, на дороге лежит там с мотоциклом вместе. Да, М10. Он, по всей вероятности, ехал в сторону Москвы, потому что я в Питер, он на противоположной стороне. Я саму аварию не видел, видеорегистратор записал, но я увидел в последний момент, что он там лежит. Да, я проехал минут 5, наверное, назад. Да, там какое-то или кафе, или еще что-то, какое-то сооружение. Но я думаю, может, он... Да. На этой полосе, на этой стороне. Нет, ну там дома стоят, сооружения, там сейчас, я думаю, люди уже подошли к нему. Думаю, нет, наверное, не вызывали. Ну, я не смог подойти к нему, потому что на противоположной стороне и уже пока... Да. Алло. Говорит, что я первый позвонил. Звонков еще не было. Людей много, позвонить некому, блин. Выдержал, дружище. Обогнал. Я стараюсь придерживаться дорожных знаков.
я уже его почти проехал там где-то на... Ну, трудно объяснить, но в поселке между знаками этот, Христы и этот, конец Христов. Само... Да. Нет, там большое здание было, наверное, вот кафе какое-то. Нет, противоположно. Я еду в Питер, а он, по всей вероятности, ехал в Москву. Ну, как он смог, объяснил. Движение вроде бы есть интенсивное. Люди одни, ни в полицию никто не позвонил, ни в скорую помощь. Яблочки своего сада торгуют люди. Что ты прижимаешься ко мне, блин? Ограничение 60. О, с правой стороны сейчас отгонят. Thank you.
трудно терпеть, да, до знака. Thank you.
яблок. Сколько яблок. Хрен поймешь, с правой стороны это обочина или тоже полоса для движения. Вот такая же фигня и на Ярославке, когда в Ярославль едешь. Не можешь понять. Люди нервничают. За мной ехал таксист. Я не меняю скорость. Вот. Он взял с правой стороны обогнал. Вот сейчас я вижу, что это да. Две полосы. Там такая обочина.
слушаю. Да. Ну, у меня на видеорегистраторе есть, я тут не часто езжу, поэтому даже не знаю, чем помочь вам. Я въехал в Крестцы, вот, и уже, наверное, половину проехал, вот, смотрю, лежит мотоцикл, и рядом парень, вот в этом, в своем скафандре, и еще во что, его объезжают все там фуры, и машины объезжали. Я не обратил внимания, что там были за строения, за, ну, какие-то строения там были, и справа от меня, и с левой стороны, где он был. Алло. Алло. Так, блин, позвонишь с добрыми намерениями, еще будут термоски крутить, но на регистраторе это есть.